Бра. Привет. Наши приключения с товарищем продолжаются. В этот раз мы сортуем в большом мегаполисе, где в прошлых приключениях я уже бывал. В наших планах было добраться до военной базы или до кордона, где мы знатно бы набрались стволов, снаряжения и прочего добра. Ну а что из наших планов осуществилось, смотрите дальше. Появились мы на крыше здания, где я пока ожидал загрузки товарища, меня чуть не сожрали, благо у меня был стартовый набор. Спускаясь этажами ниже, мы заглядывали в квартиры, чтобы немного набрать добра в карманы и пойти дальше. Человек. Возрождение легенды. А вот это, братва, лежит. Так, зател. Я умоюсь. Ты напротив в хате был? А, да. Ага, я туда вниз. Пойдем этажом ниже. А, вот тут они под лестницей сидят двое. А как они не убегали? Не убегай, не убегай, пока я помоюсь. О, персонаж, здесь помолиться такой. Можно, слушай. Крест стоит. Бас-гитара. О, танцы есть. Я сейчас зафлекшу. Да, да. Да там много анимаций должно быть там вообще. Я уже флексить. Смотри, я уже флексить начал. Где ты там? Там моешься? Умывальника? Зомбек зашел, походу. А, это ты ко мне подошел. Ты со ступенек, да, отсюда поднялся? Да. А, вот они, друзья. На улице мы столкнулись с новой порцией ходячих. Товарищ вышел раньше меня и уже разносил местный магазин одежды. Так, где? О, давай. Здорово, парни, здорово, здорово. Ой, куда он ускользнул? Уехал. Ну, готовщинка. Заходи. Спортивная сумка. О, видишь спину? Погоди. Салатовый? Белый этот. Белый, а, да, да. Больше 3,5. Пойдем это доставки работы, диваны доставлять. Блядь, закрыто. Ладно, давай лезь, я этих пока уберу. Так, ну что тут еще есть? Наушники. О, колонки есть. Колонки. Бумбокс, Казахстан. Супергуд. Ваниловый проигрыватель. Сразу же через дорогу оказался большой полицейский участок, внутри которого должно было быть полно оружия. Пойти туда не составило большого труда, ну а что было дальше... Вот сейчас. Изолента есть тут вот в пикапе. Если нужно биту починить. Ну там, только, конечно, еще одну нужно будет найти. Вот так нормально, мы с тобой здесь сейчас еще и забаррикадируемся. Главное, чтобы мы потом выбежать оттуда смогли. Если честно, тонна будет, это жесть будет просто невероятно. Так, ладно, все, у нас... Нет, эти не вскрываются, он тебя сбоку вскрывает. Не, он вскрывается. Вскрывается? Вскрывается. Не, он нифига, такие... Они вскрываются вот так, смотри. Вот так эти вскрываются. Оооо, что тут такое? Ой. Я, короче, захожу, старик, пока ты там... Подожди. Короче, что? Тут уже все красиво, старик. Тут и бронежилет тебе. Ой, блядь! Опа! Опа-на! Опа! Здоровенько! Что-то ты уже тут разошелся, слышишь, что я дурел? Подожди. Подожди, я дурел, блядь. Что ты творишь? Ты вообще дурел. Нам баня с тобой, ну, значит, спина. Просто баня. Так, дробовик, вот этот, наверное, будет лучше. Так, полицейская дубинка, назначаем. Да что-то я мазил. Желание навести суету забурлило в моей крови. И начался сущий хаос вокруг нас. Шум дробовика собрал всю округу. Теперь нас съедят. А в руках какой? Скажите мне, пожалуйста, подскажите. Тебе дать пистолет? У меня нормально на него. Давай, давай. Так, забирай, короче, я бросаю здесь на пол. И... На сзади. Тихо. И вот, о, это забирай. Опа, опа, уходим. Ой-о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 й. Они, ой-ой-ой. Они со всего города сюда спали. Вообще сагрились, старик. Что ты натворил? Что ты натворил? Ты одурел. Они, убегай оттуда. Просто... Не, они все идут за мной. Они все прут за мной просто. Блядь, мне надо что-то скинуть.
Что мне надо скинуть? Разводной ключ. У меня перевес жесткий, лютый просто. Так, не, нормальный перевес. Сейчас, я думаю, их уработаю, короче. Пам, лежать. Нах... Я их вожу вокруг, короче, этого. А-а-а. Так, стояночка, нахуй. Никуда не бежать, никому не двигаться, нахуй, блядь. Так, я беру монтировку. Угу. Бля, короче, что ты натворил? Жали мы 25 зомби со мной лупят, нахуй. Ты дурел, блядь. Галима дурик, нахуй, ладно. Так, окурок. Нахуй окурок, блядь, пьяный, нахуй. Так, давай, ты, живи там. Да я живу, блядь, все нормально. С мультиударом жить можно. Там у тебя... Ой, у меня беда. Да, ты же, говорю, просто беги, доставай дробовик. Зря ты начал стрелять, ты просто такую движуху навел. Мы сейчас с тобой так красиво, вот так красиво начали, понимаешь? Просто великолепно, блядь, ну, без этих, без каких, блядь, там, блядь, приколов. И тут, блядь, ты со своей этой хуйнёй, нахуй, с этим дробовиком этим залупным. Так, ладно, у меня же ребенок спит. Ой, ой, блядь, мне больно, я проебался! Ладно, можешь меня вот здесь заспавнить сейчас. Да погоди, блядь. Блядь! Да. Это ты виноват. Просто это будет на твоей совести, запомни это. Ты видишь мою карту или нет? Не, я если думаю, я мы возвращаемся туда, короче, и вот так. А, и размазываем. А. Значит, остановись, остановись, я выйду с тачки. Ты будешь их задавить, я буду их бить. А хотя это можно... Можно, ты меня можешь задавить, да? Ага, нормально. Я буду аккуратно. Это как-то... Ой, у меня машина перевернулась там. Это все ты виноват, понимаешь? Это все ты виноват. Что делать?